четверг вечером начальнику Ивановского управления МВД Александру Никитину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Тяжесть последствий была обусловлена ущербом в размере 84 миллиона рублей, который, по версии следствия, своими действиями нанес Никитин. Кстати, первоначально в деле фигурировала другая сумма – 122 миллиона рублей. По версии следствия, в ходе строительства нового здания МВД по распоряжению генерала Никитина выделенные из бюджета средства были направлены на работы, не предусмотренные проектом. В частности, их потратили на дорогостоящий ремонт кабинетов руководителей управления и закупку для этих кабинетов не менее дорогой мебели, не согласовав расходы с соответствующими вышестоящими структурами МВД России. По сообщению информационных ресурсов, генерал-майор Никитин свою вину не признал, дав развернутые показания следствию по всем инкриминируемым ему эпизодам.